Школьные каникулы в Ростовской области подходят к концу. По итогам первой четверти в Донском крае 5 школ и 125 классов оказались на удаленке. Как говорят в областном министерстве образования, это менее 1% от общего числа учебных заведений. Все школы были готовы к современным реалиям и эпидемиологической обстановке. За счет средств областного бюджета для всех школ были приобретены приборы для обеззараживания воздуха, термометры бесконтактные, а также моющие и дезинфицирующие средства и маски и перчатки для медицинских работников и работников пищеблока. Кроме этого, во всех школах были продуманы проведение утренних фильтров, разные входы для детей, были разработаны гибкие графики, начало учебных занятий и перемен. Все эти меры позволили школьникам Ростовской области обучаться очно. В планах на вторую четверть написание итогового сочинения 11-классниками. Его будущие выпускники должны сдавать в декабре. Никаких изменений в написании сочинений не планируется. Они пройдут так же, как и проводились предыдущие годы. Первое сочинение будут писать действительно в декабре этого года. И есть еще два резервных дня, которые будут в 2021 году. Все дети будут писать сочинения в своих школах, соответственно, с соблюдением всех санитарных требований.